Вы бачите тут назву «Битва за адукацию», а больше докладно «Университет на шляху з Егіпта у Бабілон ці Ханаа». Я таким чином вирішив сформулювати назву цієї теми. Думаю, що вона в певному сенсі звучить по-біблійному, тому що вона нагадує шлях ізраїльського народу, коли він вийшов з Єгипту. То перед ним так само стояло некілька виборів. Один з цих виборів було вертання назад у Єгипет, і які роптали і казали, що навіщо ти нас вивів, хочемо назад в Єгипет. Але існували некоторі інші такі вибори, про які я хотів би так само трішечку сьогодні поговорити. Видите, у приповістях у 4 розділі, 18 вірші, є такі слова, що мудрость разумного – это знание шляху своего. То бок, саправды, для человека, и найперш для верующего человека, вельми важно ведать тую мету, куды мы идем, и той шлях, каким мы до этой меты можем дойти. И у нас есть великий привилей, и мы на разе христиан, потому что я верю, что мы ведаем свою мету, да? Что наша мета до Христа и праз Христа о житті вечном. Разом с тем, існує шмат людей, которые этого не ведают. И наша миссия, миссия христиан, я верю, как в сфере адукации, так и, в принципе, в інших сферах, где мы бываем, это так само людям этот шлях открывать. Думаю, не зроблю для вас никакого такого нового уведомления, когда скажу, что, в принципе, адукация, она начинается уже в Эдемском саду, когда мы бачим, что есть люди, Адам и Ева, которые, в принципе, до которых звертается Бог, промовляя некие слова, и уже там, в принципе, мы бачим, сустракаем Бога, как такого отца и наставника, который дает свое наставление, але разом с тем, уже в Эдемском саде мы сустракаем с вами ту проблему, которая будет існувати у дальнейшем житті человечества и которая и сегодня присутствует в нашем университете, а это наявность вот такой подел, который уносит дьявол, который подкидывает человеку такое ожидание без Бога самому познавать все. И уже в Эдемском саде мы бачим, когда Адам и Ева отмовляются вот от этого Божьего бачения свету, ослухаются Бога, нарожается секуляризм, тогда, когда они еще слухались Бога по сутности, и Господь вызначал их в образ мысления, их думки и то, как они шли, по сутности, это отповедало теизму, да, такому Божьему погляду на жыццё человека. В принципе, Господь шмат в Библии закликая нас, что научание, оно повинно проходить про все наше жыццё, потому что мы повинны учиться все жыццё, и той шлях, которым мы повинны передавать научанием детям, студентам, и оно так само базуется про научание фразу все жыццё. Да? Памятайте, там есть слово, что на косяках дверей своих вот, напиши этой истины, и повсюду где-то есть, идучи там, працуючи, отпочиваючи, да? Весь час ты мусишь своим жыццём вот, демонстрировать тую библейскую истину, и только тогда эта истина саправды становится важной для твоего дитя, который будет перейматься и жить так само этой истиной. И, сдается, такий добрый, досконалый план был у Господа относно человека, але человек вырешил ослухаться. Ведаете, относно университета есть несколько версий, откуда походит назва этого слова, да, такая этимология, что ли, этого слова. Але мне вельми подобается тлумачение сутности университета, что университет – это сукольность выкладчиков и студентов, якая утворяется с метой пошука истины и доследования истины. Еще, когда вернуться до этимологии этого слова, то часом говорит, что «уни», да, означает «один», а «версус» – «повернутый».
И университет, значит, коли есть супольность людей, которые повернуты у один Бог, глядять на одно, глядять на Бога, глядять на истину. И в принципе, коли университет зароджался, то я верю, что соправдывость эта супольность думающих людей, она створалась для пошука истины, которая была у Бога, и которая, в принципе, Бог был вот этой истиной. На жаль, праздники, и вы бачите на этом малюнку, да, все глядят вот на Бога у центра. И когда мы глядим на Бога, то, в принципе, Господь нам дает разумение самых разных сфер нашего життя, и тогда мы имеем мудрость, тогда мы имеем бачение, тогда мы ведаем шлях, соправды, и мету у самых разных сферах нашей деятельности. А я разом с тем, тая модель университета, которая присутничает в нашем сегодняшнем громадстве, я думаю, что с большего сегодня навязывается на такое тлумачение университета, что в университете повинна присутничать такая полная разностайность думок, плюрализм думок, и разностайность религии, разностайность подходов и так далее. И каждый из них обвещается равнозначным. И, в принципе, про сегодняшний университет, ну, напевно, больше логичным было бы его назвать не университет, когда все глядят на криницу вот этой истины, але сегодняшний университет больше логичным было бы назвать мультиверситет, когда просто вот погляд человека, и он соправды рассеянный, и он не бачит вот этой одной истины. Але ён глядзіць на самыя розныя вось гэтыя крыніцы, розныя рэлігіі, розныя філасофскія думкі, і ў яго галаве існуе пэўным чынам хаос. Хаос, каторы стварае такую каштоўнасную релятывізм, да, фрагментарнасць чалавека, і ён не мае вось гэтага цэласнага такога светапогляду, каторы нараджаецца, калі мы регулярна чытаем Біблію, спазнаём Слова Божае, імкнемся сапраўды спасцігнуць, што Господ думае пра тую ці іншую сферу. Вось тут слушна Валерія падказвае фрагментарна, да? Ведаеце, у свой час Фрэнсіс Шэфер, ён у сваім хрысціянскім маніфесце таксама адзначаў, што ў пэўны момант людзі, которые перестали верить у Бога, навод на початку люди, которые верили у Бога, але так как сегодня на пленарной сессии гучало с устного Дэрила Маккарти, и они поделили свет на духовный и недуховный, обвестили, что есть что-то, до чего есть дочинение христианам и Богу, а есть что-то, что не важно для них. По сути, таким чином они отрезали самого Бога от вот тех сфер, которые обвестили недуховным. И это значит, что люди перестали шукать библейную истину относно этих сфер, да? Когда обвестили там сферу сексуальности недуховной, то перестали задумываться, что Библия кажет про сферу сексуальности, да? Який Божий погляд на эту сферу. Когда обвестили политику сферы недуховной, то, по сути, отдали ее так само и перестали думать, який Божий погляд на эту сферу. И в вынику нарожается философия людей, которые, когда уже человек без бачения вот этой библейной истины, імкнецца сам патлумачыць вот гэтыя сферы, которые были обвещены недуховными. У выніку, когда мы отрезаны от крыніцы, от истины, нараджается вот эта фрагментарность. Когда человек, он бачит некие детали, некие приватные речи, некие частки, але не бачит целости, не бачит целостного, бо не ведая Бога, который эту целостность створил. Таким чином, я думаю, что для нас, христиан, важно сегодня соправды еще раз переосенсовать, что ж такое университет, какую истину мы мусим шукать. Мы соправды вот звертаем увагу и признаем то, что истин шмат, и признаем, там, скажем,
правильность разных, да, людей, альбо мы все ж таки мусим задумываться над тем, что университет – это институция, которая Господ дозволил створиться для того, чтобы там супольность выкладчиков и студентов шукали истину, которая саправды есть у Бога. Видите, громадство, церква, человек, университет, как мы уже сказали, мы отступили от Бога, и такое отступление мы уже бачим, начиная с Эдемского сада, певным чином, да, але в дальнейшем, коли это христианское учение начало изменяться, то нарожались певные нехристианские учения и внутри самой церкви, и в университетах так само. И тому, коли надышла реформация 16-е столетие, навод еще ранее, коли убили Фагуса взять, да, то по сути реформация она принесла перемены. Сегодня нам уже и минулым днем говорилось про великий уплыв реформации на сферу эдукации, да, на сферу эдукации. И саправды я еще раз хочу подкреслить, что реформация вельми моцно поуплывала на эту сферу, и так само и сама сфера эдукации, сами университеты мают полное дочинение до реформации, принамся до расповсюду идеи реформации, потому что как первые реформаторы были сами людьми эдукации, амаль усіх, кого мы там звернем увагу, апроч магчыма самого Жана Кальвіна, который не был там, да, выкладчиком университету, але разом с тем Жан Кальвін, он засновывает Женевскую академию, то бок он бачит важность вот так само адукации для реформации. Реформация, она обновила как раз таки вот этот фокус на Библии, фокус на Божьем Слове, фокус на Божьей истине. То бок, по сути, снова с мультиверситета, да, утворивши в 16-м столетии университет, когда люди глядели на Бога и шукали Божью истину. Миновито, дякуючи реформации, у тым ліку и в сфере адукации распаўсюджваецца адукация на зразумелой мове, на народной мове. Калі раней панавалі латынь, грецкая мова, то зараз и мясцовая мова, яны таксама ўваходзяць у адукацию, побач с тем, что ну, далей вывучаліся и тыя мовы, бо яны были важные для разумения текстов, которые стваралися раней. Реформация принесла такое ставление, что реформация, эдукация існуе не только для выбранных особо, не только для привилегированных слоев, которые мают велизные гроши, могут заплатить, але эдукация для всех станов, всех сословий и разом с тем навод для людей, которые мают певные выклики, такие житевые, да, там не мают зроку, не мают слыха, так называемые challenged people, да, то бок реформация, уличивающая важность кожной особы для Бога, и она звертает увагу и на этих людей. И, в принципе, реформация подштурхнула развитие системы адукации по такому шляху, что в этот час, когда реформаторы, они реформовали университетское житие, те створали новые навучальные установы, такие как Женевская академия, то мета этих установ была подрихтовка праведной элиты, ведая Бога и живе поводле Его заповедов. Что это значит? Это значит, что когда в Женевской академии існавал, например, юридичный факультет, да, то там рихтовались специалисты, которые глубоко доследовали Слово Божие и імкнулися менавіта, маючи Слово Божие як крыніцу, разважать над теми законами, которые створяются в этом громадстве. Эти соправдения базуются на Слове Божьем. Это были люди, которые потом, идучи в громадство, служащи в разных сферах, да, там рихтовались некие урадовцы, которые далее выполняли ну, некие такие функции керования громадством. И когда они соправды выучали, чому Біблія вучить у сфері керування, потім вони гэті принципи несли у свою працю, у своє життя, і таким чином реформація вона розповсюджувалася у самім громадстві. Я хочу зараз крышечку перепрыгнуть, да,
Вы ведаете, что, в принципе, реформация однозначно спричинилась до повстания, ну, такой вот библейной адукации у Европе, и про это уже мы шмат говорили. А я хочу крышечку больше уваги звернуть на систему адукации, эти, может, на некоторые университеты американские. И, бо на них вельми-вельми, скажем, видовочно, бачно, как раз таки, уплыв реформации и уплыв библийного христианства. Покольки все первые американские университеты не створались христианами, разными деноминациями, которые основали в тот час в Америке, там, англикане, пресвитериане, пуритане, методисты и так далее. И, в принципе, когда мы побачим вот эту таблицу, то бачим, что первая такая высшая научная установа в Соединенных Штатах Америки, Гарвардский университет, створяется в 1636 году именно пуританами. Они закладывают этот университет. Ну, еще несколько прикладов, вельми ведомых в сегодняшнем свете, престижных, Йельский университет, Принстонский университет, Колумбийский университет, те королевские, еще часом называют. Все они, по сути, брали свои вытоки с христианских церквов, когда люди, которые переселились в Соединенные Штаты Америки, уладовывали свое житие в колониях, и они утворяли свои такие мясовые конституции этих штатов, и дальнейшим своей метой они назначали створение передовой системы адукации. Наиперше требовало было натурально научить детей читать, чтобы они, как кажут, были оборонены от спокусов дьявола, а потом и для отримания такой высшей адукации. Когда мы поглядим больше подробязно на Гарвардский вот этот колледж, те университет, то, по сути, первый такой слоган, девиз этого университета было «Veritas Christa et Ecclesia» – «Правда для Христа и Церкви». Вот эти первые такие слоганы, девизы разных университетов, хоть с тягом часу, сегодня они уже видоизменились, и вельми часто вот эту христианскую основу, базис, многие университеты, секуляризовавшиеся, откинули, але как раз таки вот эти первые их девизы, слоганы, они свечат об том, что корони этих университетов, початки этих высших научных установ, они были христианскими. И, ну, приклад тому, вот Гарвардский колледж, который засновывался по идее Джона Эллиота, который лечится таким апостолом для индейцев, то был человеком, который и шел, и проповедовал слово Божие индейцам в свой час. Когда мы глянем на правила Гарвардского колледжа 1646 года, вот про 10 год после створения, то там мы можем прочитать меж иншим. Дозвольте каждому студенту быть ясно проинструктованным, что головный конец его життя и навучания – это познание Бога и Иисуса Христа, який есть житё вечное. И тому покладите Христа у самом початку, как единое основание у всех ведов и научания. То есть мы бачим, что за истину, да, в этих первых университетах шукалось. Какое, в принципе, призначение адукации было, да? Когда мы сегодня запытаемся, для чего люди идут в университет, то, ну, мы почуем самые разные версии, но уверены, что не вот эту версию, да? Но у той час каждому повинно было быть доведено, это правило университетское, как студентам, так и выкладчикам, что главное, для чего они находятся в этой научальной установе, как спознать Бога Иисуса Христа, и есть житё вечное, и что Он повинен лежать по основе всех ведов, которые там человек будет постигать в этом университете. И, как правило, вот 52% выпускников в конце 17-го столетия, ну, есть такие личбы у меня, Гарварда, они становились служителями. То есть служителя для их адукация была вельми важна. Да, чтобы святарь он был адукованным. И плюс еще 48%, да, которые застаются, и они становились как раз таки державными служащими, працевали о сфере керования, в сфере юриспруденции, о інших важных сферах, и
займаліся там нейкім эканамічным развіццём, хтосьці медыцынай потым і так далі. І мы можам уявіць, які быў сапраўды моцны ўплыў гэтых людзей, для которых былі выхаваны вот паводле тых правілаў, да, для которых Бог з'яўляўся асновай. Прынстанскі універсітэт, створаны 1746 год, праз стагоддзе, да, зноў жа чытаем, што Божай сілай квітнення дэвіз гэтага універсітэта. І такім вядомым дзеячом, который з'яўляўся прэзідэнтам гэтага універсітэту, з'яўляецца Джон Візерспун. На нашай прасторе немногія ведаюць гэтага чалавека, да, мы ведаем такіх найбольш вядомых рэфарматараў, Лютэра, Кальвіна, там яшчэ кагосьці. Ну вот Джон Візерспун мала каму вядомы. Але разам з тым гэта быў чалавек, который узначальваў вось гэты Прынстанскі універсітэт на працягу доўгага часу. Ён быў адзіным святаром, который непасрэдна сам падпісаў дэкларацыю незалежнасці Злучаных Штатаў. То бок меў усведамленне, што гэта важна. Ягоныя ідэі ўплывалі на саму дэкларацыю, да, стварэнне гэтага тэксту дэкларацыі. 9 ягоных вучняў, которых ён навучаў вось у гэтым Прынстанскім універсітэце, яны гатовілі Канстытуцыю Злучаных Штатаў. Ён падрыхтаваў аднаго прэзідэнта Злучаных Штатаў, аднаго віцэ-прэзідэнта, 13 губернатараў, 20 сенатараў, 33 кангрэсмена, ну і вялікую колькасць іншых вось такіх людзей, которые ў далейшым ўплывалі на тыя працэсы, палітыку, которая адбывалась ў Злучаных Штатах Амерікі. Вось, гледзячы толькі на гэту адну асобу, мы можам сабе ўявіць, які моцны быў уплыў сапраўды аднаго хаця бы выкладчыка, аднаго вось гэтага прэзідэнта каледжа, аднаго святара, каторы сапраўды, карыстаючыся словам Божым, фармаваў свядомасць тых людзей, на которых распаўсюджвалася некім чынам яго ўлада, ўлада слова. Ну, ішчі некалькі прыкладаў. Калумбійскі універсітэт. В твоєму світлі ми бачимо світло. Англіканами створені, так само ми бачимо біблійні тези, як слово. Єльський універсітет, 1701 год, Пуритані. Стваральники «Святло і істина». «Люкс ет вельтас» – перше слово. Дартмутський коледж, 1769 год. «Голос кликаючого у пустині», створений конгрегаціоналістами. Да? Таке важне слово пророка Яна Продвесника, который кличить у пустині. Браунський університет, баптистами створений. «Індеос піранус» – «У Богу надія». Пенсильванський університет. «Закони без моралі» бессэнсоўна, паказвае таксама важнасць вось гэтага маральнага чынніка. Мы ведаем, што сёння ў праве юрысты вельмі часта карыстаюцца так званым пазітыўным правам, да? Пазітыўнае права, которое прызнае, што, ну, людзі сабраліся, вот, як яны вырашылі, так, значыць, і правільна паступаць. То бок яны вырашаюць, што добро, а што зло, што можна рабіць, што нельга рабіць. Але раней юрыдычная адукацыя базавалася вось на гэтым натуральным такім праве, которое зыходзіла ад Бога, которое не залежала ад чалавека, которое было абсалютным, і чалавек мог толькі альбо прыняць гэта, альбо адкінуць гэта. Калі ён гэта прымаў, то паводле слова Божага мусіў быць дабраславёны ягоны шлях. Да, калі адкідаў, то надыходзілі розныя праклёны у жыццё чалавека і ў жыццё народа. Калі слоганам гэтага універсітэту было, што законы без маралі бессэнсоўны, то адзін з такіх вядомых педагогаў, філолагаў ранняй Амерыкі, Ной Вэбстэр, ён сцвярджаў, што адукацыя без Біблії бессэнсоўна, не мае сэнсу. Ведаеце, сёння вот у сваім універсітэце, я працую ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, который з такім секулярным з'яўляецца універсітэтам, я приходжу на кафедру філасофіі і запытваюся у сваіх калег. Скажыце, вы выкладаеце сучасную хрысціянскую філасофію, ці хрысціянскую філасофію 20-го стагоддзя?
На что я чую такие отказы? Это не мейнстрим. Нам это не цікаво, это людям сегодня не цікаво, тому мы этого не выкладаем. Христианская философия 20-го столетия, там, сучасная философия. Зато мейнстримом является там разный экзистенциализм, там, бихевиоризм, там, постмодернизм, и тому Ницше, Фройд, там, и так далее, они вельми активно выкладаются, студенты штудируют их тексты, которые они написали, але разом с тем, ноль уваги на Библию, ноль уваги на христианских авторов, там, на какого-нибудь Фрэнсиса Шефера, ну, еще могут звертать на некоторых там философов, на Хайдегера какого-нибудь, который, ну, некоторыми питаниями, связанные с религией, там, ну, задавался, але все равно это, ну, не христианский погляд на житё человека. И для меня вот с великим удивлением является, что, саправды, люди откинули философию життя, то бок ту философию, которая саправды сприяя захованию життя человека, захованию життя народов, и заменили ее философией смерти. То бок человечей философии, которая откинула Бога и своими шляхами некими ходит, и вынику приводит до таких, ну, ганебных з'яяв, которые мы в сегодняшнем громадстве бачим, которые ведут до смерти человека, да, и той самой гомосексуализм, да, это, ну, родины, да, семьи, которые, сужительство, да, семьи, мы не назовем это, да, которые не мают детей, это по сути наканованы до вымирания, то бок, и они створают, ну, саправды культуру смерти, а философия життя, она в сегодняшнем университете, можно сказать, отсутничает. И я лечу, что саправды это наша задача христиан, ну, привнести этот альтернативный погляд. Вот Дэрил Маккарти, который сегодня проповедовал на пленарной сессии, и, ну, в принципе, он у нас был вчера на секции, я сказал, что он изначально был организацию Global Scholars, а позднее International Institute of Christian Studies, или Scientists. Короче, их миссия была хотя бы одного христианского выкладчика привести в университет. Секулярный, не христианский, но хотя бы один выкладчик там был, который вот посланный этой организацией, чтобы студенты имели махчимость чуть вот этот альтернативный погляд, христианский погляд, и могли узваживать вот эти аргументы и разважать, что на самом речи, но важно. Ной Вебстер, он, до речи, был створальником первых таких подручников незалежных Злученных Штатов Америки, когда Злученные Штаты обвестили свою незалежность. И так само он задался такой задачей, что вот, ну, Злученные Штаты отлучились от Британии зараз. У лексиконе американцев появляются новые слова, которых нема у британских словников, например, ну вот, декларация незалежности. Нема у британских словников такого слова, да? И значит, треба створить словник американского, ангельского, чем он занялся, где бы новые термины так само были потлумачены. Плюс словник Вебстера лечится вельми таким каштовным, потому что, саправды, этот словник створался человеком верующим, который имкнулся надать терминам миновито тлумачение с позиции веры. Потому что были иншие люди, как, например, Дидро, Вольтер, осветники у Франции, которые поставили перед собой иншую задачу. Они сказали, дайте нам там 5-7 философов, думающих людей, и мы сможем на голову поставить, смог на голову любое течение, раскритиковать любую философию, любую религию. И они поставились этой метой, и они створали свой словник энциклопедичный, где термином надавали совсем иншие значения, которые не были вельми часто, ну, такие христианскими значениями, а наоборот, уже таким значением секуляризованного разума. И таким чином они робили перемены до горшего у своим громадстве. Потом мы ведаем, у Франции отбывалась революция, которая привела до такого массового кривопролития, але до свободы народа не привела. В той же час мы бачим, что в Англии и
в Злучених Штатах відбувалися такі революції, які амаль безкровні були, і разом з тим вони насамперед приводили до більшого узровню, більшої ступені свободи у цьому громадстві. Больше приближаемся с вами до сучасности. И тут я хочу процитовать слова автора, которого так само учора згадывал Дэрил Маккарти. До речи, ну, дякуючи Дэрилу, я и маю книгу, которая называется «Two Tasks» – «Две задачи» Чарльза Малика, который являлся православным верником, сам с Ливану был. И он был одним из керовников Организации Объединенных Наций, такие верми сапраўды веруючы чалавек, который звертаўся. Вот гэтыя две задачы яго запрасілі на адкрыццё цэнтру Білі Грэма, калі ствараўся цэнтр Білі Грэма ў Злучаных Штатах Амерыкі ў 1980 годзе, калі не памыляюся, то яго запрасілі там сказаць вось прамову. І ў гэтай прамове ён, між іншым, сказаў вот пра гэтыя две задачы, которые існуюць перед хрысціянамі. И он означал, что университет, по сути, является церквой секулярного громадства. Когда мы поглядим на сегодняшнее громадство, то, соправды, люди верят в себе, верят в свой разум, верят в науку, верят, что, соправды, наука, там, разные дисциплины университетские смогут дать отказы на все питания, которые существуют перед громадством. И по сутности, соправды, университет у некоторой ступени, где наука нараджается, присутничая, заявляется в полной ступени такой церквой секулярного громадства, бо оно верить вот, ну, университету, его надзвичайные некие здольности человечего розуму. Але мы с вами ведаем, что это не так, что калі людзі в універсітэце займаюцца навукай і маюць правільнае стаўленне, да, гэта хрысціянскае стаўленне, то гэтыя даследаванні набліжаюць нас да ісціны. Але ўсё равно розум чалавечы, ён ўсё ісціны не валодае, не можа спасцігнуць, і ўсіх адказаў мы не ведаем. Таму гэта, ну, такое пэўнае заблуджэнне. Хоць мы набліжаемся да ісціны, но універсітэт гэта не ёсць такім месцам збаўлення нашага. Разам з тым, все ж таки университет оказывает велизный уплыв на громадство. Коли для многих он является вот этой церквой, это значит, что он на многих уплывает. И это значит, что нам, христианам, есть там место, чтобы, соправды, выкористовывать этот инструмент, так само, это место для нашего уплыва. И Чарльз Малик означал, что наивеликшая небеспека, якая постоянно переследует евангельских христиан, это небеспека антиинтеллектуализма. Коли люди боятся, альбо леняться, лень, звичайная человечая лянота не дозволяет часто человеку, который вроде и хочет спостигнуть, а что ж там Библия кажет про то и про инше. Ну, лень почитать Библию, там, выбрать это место из Библии, убачить целостность библейного послания про некую особенную речь. И он залегшее личить, поверить там некому иншему автору, который про это написал, и не обовязково с библейного пункта гледжения. Это ленота уплывает, да? Але, ну, вельми часто есть такое, соправды, забавон такие, да, приджадис, что, ну, вера, наука, веды, яны отдаляют от веры человека. Вот, на самом деле, это, ну, не является таковым. Чарльз Малик говорил в тот час, что сбавление души не может быть посвяхованным без сбавления разума человека. То бы просто привести человека до вызнания Иисуса Христа, до покаяния, недостатково. Что далее, ну, это не является целостным сбавлением. Что, в принципе, сбавление есть только тогда, когда этот человек, спознавший Иисуса, далее имкнется думать, как Иисус, спознавать его на категории мысления, становиться вучнем соправным, робить так, как Иисус. И для этого треба перемена разуму человека. Да? Само слово покаяние, метаноя, да, с греческого, оно значит как раз таки реформация, перемена разуму человека, мысления человека, в образу мысления человека.
И когда этого не отбывается, то просто, ну вот, один раз там вызнание Иисуса, и потом человек все равно ходит своими шляхами, это не является соправным покаянием, и оно не ведет до життя вечного. И он подкресливал вчера молитв, что обовязково повинно быть избавление розума. Ведаете, в свой час Ланда Коуп, есть такая книга, у нее ветхозаветная модель, где она так само пишет про это, что христиане вот вельми моцно зациклены на Евангелие Христа, да, для того, чтобы привести человека до покаяния. Але яны не задумываются, что, в принципе, миссия церкви не только обвещать весну Евангелия Христа, привести человека до вызнания Иисуса и до покаяния такого, але миссией церкви так само является Евангелие Володарства Божьего. Коли мы вызнаем не только Иисуса як Збавцем, але и Иисуса як Господом нашего життя, который володарит над нашим життем як Царь во всей полноте, коли мы імкнемся сапраўды робить так, як Иисус. И она пишет, что нам недостатково только привести человека в церкву, але мы мусим так само научить человека жить по-христиански в дальнейшем, доследуючи Библию, и разумеючи, как Иисус поступал в той или иной ситуации. Отказность христиан полягает в выполнении двух задач – избавление души и избавление разума. И такие тезисы, которые уже звучал: «Змени университет, и ты изменишь весь свет». И мы бачим приклад тому, раз Лютера, Кальвина, Женевскую академию, и бачим приклад негативный, раз иезуитов, Виленскую академию, которая изменила в отворотном керунку, да, ход подею, раз контрреформацию. И мы подходим до Египта, да. Университет у неволи. Для меня Египет – это образ Советского Союза, натурально, да, и наша высшая школа находилась долгий час вот у этом Египте. И, ну, такие некоторые рысы, что ли, да, это панование одной идеологии и выкоренение всякого иншадумства. И основа этому – навязание одной истины, али истины в кавычечках, неправильной истины, да. Ну, некоторые из нас еще жили в Советском Союзе, тот, кто не жил, ведает где-то с книжек, да, певно, что ранее выкладалась там история компартии, да, там, и, в принципе, марксизм-ленинизм, он являлся такой одной философской основой вот, для всех предметов. Обязательно было цитовать там Маркса Ленина, иначе бы праца не была бы оборонена, ну и так далее. Уластиво атеизм и идолопоклонство, да, с одного боку, сдается, обещается атеизм, то как мы не верим, да, там, ну, в богов, там, и так далее. А Лена Самрич, это не значит, что советское громадство не было религийным, на это место приходила иншая религийность, религия, да, атеистическая возгадарь религийность. Были, да, когда человек не верил в Бога, то приходила вера о возгадарь проводеров, культ, керовников державы, да, культ партии існавал. Ну и разом с тем, так само, поскольку империя, ее мета была переварить вот те народы, которые были внутри, створить их одно, то існавал культ одной мовы, которая обвещалась великшей мовой, да, наилепшей, а иншие лечились навод не мовами, а, ну, некими там наречиями, там, или диалектами, часом, да, и их, на их мало зверталось уваги. И отбывалось навязание такой советской визии, истории советского патриотизма, да, миновито, ну, такой привязанности до, да, Советского Союза, а не белорусского патриотизма, те украинского патриотизма, да, вот, ну, цепроды любови до своего народу, это лечилось вот всяким национализм, чем-то таким ганебным. Советские символы навязывались и герои, отбывалась демонизация Захода. Был у меня такой выпадок, одной че поехали мы в Чернобыльскую зону, мы там, ну, собирали вспомины людей и мы решили начать с одного места. Ну, мы шляхами шли до Новозапольского, который доследовал в свой час на початку стагодия Полесье Белорусское, и он уже там записывал вспомины так само людей, и заховались его нотатки. И нам было цікаво ягоным шляхом по тих самых вёсках пройти, але первые вёски, откуда он начинал свои записи, находились в Чернобыльской зоне.
И мы, разумеется, что там людей зараз нема, что мы там никого не опытаем, але все ж таки отчуть атмосферу в этих вёсах, да, мы решили туда все ж таки наведаться. И вот приехали мы в одну из таких вёсок, которая называлась Дятловичем, и приехали туда, и вот заходим, ну там натурально все запущено, все позараставшее, огороды, стежки там диками только вытоптанные, да, и вот заходим у школу, Школа, там подлога уже поднята каким-то на дошке, вынесенная куда-то, да, там вся такая полуразруйнованная, развалившаяся. И вот заходим в один из классов, а там висит этот плакат про загнивающий Запад. И вот на фоне вот этой разрухи, да, выников советского панования, когда ты бачишь вот это загнивание, застой, ну настолько вот это звучит про загнивающий Запад, да, и квитнеющий Советский Союз, ну вот все это так открывается, конечно. И вот это Египет, с которого Господь дозволил нам выйти на межи 80-х, 90-х годов, вывел нас на новый шлях. Видите, еще для Египта вот было властиво, это фрагмент с документа, ну, имкнулись как раз таки в сфере адукации изменять мысление людей, бо нава царская Россия, она все-таки верующая была Россия, да, там, ну, были верующие люди. Але в 20-е годы, когда пришли большевики, их задача была изменить мысление людей, вырвать детей из семьи, послать их к этой научальной установе. И вот мэты, которые ставились в 1925 году на студентской конференции. Наши университеты основаны только дякуючи Кастрычницкой революции. В этом году мы выпустили курс, так и называются, «Красных работников». Скоро еще выпустим. Наше пролетарское студентство ведет не ту працу, какую ведет западное студентство. Там забороняют слухать революционное слово. Там лепш личить выкладать у школах небожчика Библию с маленькой литерой, да, то есть неважально. У нас небожчик Библия – это лекционная система. И далее, цели наши ясны в новом будовництве. Нам, то есть красным спецам, важен красный коэффициент успешности в нашей работе. Мы можем смело утверждать, не преувеличивая, что красным студенчеством сделано много. Даже в Америке говорят о большевизации ботаники. Мается на вазе не в Америке большевизации, а в Советском Союзе большевизации ботаники. Я уверен, что пролетарское студенчество вместе с профессурой построит новую пролетарскую школу. Ну, это вытримки из промовов, да, возле этой конференции, это документ реальный. Бачим возле этой красное студенчество, красные выкладчики, это, ну, не просто гульня словами, але на самом деле такое было. И вот перед нами выход из Египта и два шляхи. Один из них, на жаль, веде не в Божие место, да, веде у Бабилона. И есть такие слова в другом законе, что «житё» и смерть поклал я перед тобой. Доброславение и проклятие. И Господь кажет, выбери житё, как жил ты и нащадки твои. Так и тут, перед нами, вышедший из Египта, так само открываются, ну, несколько шляхов. И Господь кличет нас, и Он показывает нам, вот шлях, на который я тебе кличу. Да? Выбери его, иди по нему, как жил ты и нащадки твои. Разом с тем, есть Бабилон, который, ну, для меня удаденным, да, вот моим оповеди, является сопроводит таким правообразом, как в Слове Божьем у Открытии написано, является мать распусниц и мерзота у земли, да, то бок сопроводим местом, где отбываются как раз таки разные злочинные, безбожные речи, распутство, там блудодейство разное, да, и сопроводы для этого места уластиво что? Уластиво брак, те отсутность, отсутность истины, те абсолюту. Як сёння кажуть, ну, я специально такие аналогии с сучасным грамадством, да, так глядел, у кожного своя истина, да, кожный имеет заказать, что, ну, это правда, и он ведает эту истину. И, а на самом деле, ну, люди сгубили вот эту абсолют, одинную истину, и они его не ведают, они, их мозги в хаосе находятся, и они блукают в лабиринте. Для этого громадства иснуе плюрализм идолов, из разных культур, религий и народов,
А Бог Израиля, да, Бог Творца Сусвету, Он является только одним из богов, и причем обвещается, ну, ровным иншим богам, да, то бог Он такие, как все, але все остальные боги, они придуманы человеком, да, вот, и Он обвещается так само, ну, ровным иншим богам. И мы памятаем, что у Вавилоне, когда Даниила туда забрали, да, да, его имкнулись так само переварить, да, там, зарабить таким помысленным вавилонянином, але разом с тем поклонялись разным идолам, там, и Мардуку, и Вилу, да, там стояли эти идолы и так далее. Для этого громадства властивый релятивизм, то есть как раз таки размытость межев и каштовностью, и наперше размытость морали, да. Потому что мораль она грунтуется на одином абсолюте, на Божьем Слове, а когда его нема, когда Бог всего лишь один из богов, а разные боги ну, до разных вызветых моральных деяний кличут, больше докладно, ну, иншие боги про мораль могут и не задумываться, и ничего не казать, да, то есть, ну, есть такая вот, ну, размытость этих межей. Для этого громадства вельми часто важно ведание чужих мовов, это я уже, ну, больше, например, может, сучасный, да, такие, что вот, ну, вельми часто любят учить там, у Беларуси, принамсі, да, на белорусское громадство я гляжу, да, белорусы размовляют российской мовой, и для них важно, они за это гроши платят, выселки отдают, скажем, коли отримать карту поляка, то они готовы заплатить гроши и час потратить, чтобы польскую мову подучить, хоть так они николи не крестаются, именно непотребно, да, те ангельскую мову, чтобы там поехать куда-то, да, там за межу, але разом с тем не своей, своя мова, здається, Богом даденная белорусская мова для них не является каштовностью. И они готовы, ну, вот, иншие мовы выучать, але не свою. Існує такий культ толерантности и политкорректности. Да, это, вероятно, не властиво библейскому Вавилону, да, часу Даниила, да, там, ну, такой мы не знаходим, а сегодняшнему громадству, которое все ж таки так само имкнется зарабить нас одиными, одиными, але одиными объединенными гуманизмом, да, вот этим человечим поглядом на житё, где добро человека является, ну, такой одиной каштовностью и навязывается всему громадству, да. По сути, вот этот гуманизм неким чином и является той бабилонской вежей, да, которую выбудовывает сегодняшнее громадство. Ну и в этом громадстве есть вот этот культ толерантности и политкорректности, в том лику до морального и аморального, у всех религий, которые на одну линейку ставятся, да, у всех поглядов. И при этом, ну, не, люди не мкнутся докопаться до истины, что на самом деле является правды. Існує культ прогрессу и правов человека. Але этот прогресс, он снова же не связывается с Богом, и правы человека так само отрезаются уже от Бога. Когда сами правы человека зарождались у христианской традиции и имели на увазе правильные речи, то сегодня правы человека мы верим, что это оборона сведомых забойцев, не ахвяров забойства, а оборона тех, кто забивает. Разом с тем, это оборона мати, которая забивает своих детей, и оборона вот этих криминальных забойцев навязываются, да, такие новые правы человека. Это увеличение вельми часто правов дитяти, когда дитя может поскардиться на своих батьков, там, например, и батько могут их турму посадить, там, и оштрафовать, и так далее, да. Только до таких абсурдных речей доходит. Ну, и вот этот гуманизм и культ добра человека, я вижу, это как вот эта бабилонская вежа, которую сегодняшний человек будуя, але, на жаль, эта вежа есть бабилонская, да. Вы помните, она не была добудована, и она была заруйнована Господом. Не ведайте, на жаль, но добро. И еще такое, что ли, в образное выявление истины Вавилона, да? Что это на этом малюнку? Конь. Это конь, да?
Коли этот малюнок повернуть, то мы бачим, что это не конь, а что это жаба. И вот истина Бибилона, она так само такая изменливая, да, изменливая, как бы. В одной ситуации я могу быть таким, другой таким, как бы, и вот, ну, але абсолюту никого нема, да, что на самом деле это есть. Еще один приклад, как задуматься, куда идет сегодняшний университет. Я прошу пробачения, мы тут перекладали на белорусскую мову этот ролик, клип, але там некоторые фрагменты, ну, как бы, не были огучены, и они прописаны текстом, то вы будьте уважливы и на текст глядите, и на слово слухайте. Ну, и по-белорусски. А, ну да, еще слово, что Бог закликает нас, выходьте из Бабилона, бежите от халдеев, то бок вот своего хромадства. Зараз чутно шмат размоваў пра полавую тоеснасць, але як далёка гэта заходзіць? Ці магчыма ў гэтым памыліцца? Мы паехалі ва ўніверсітэт штата Вашынгтон, каб даведацца гэта. Ці ведаеце вы пра тое, што бываецца ў штаце Вашынгтон адносна магчымасцяў доступу да раздзявалак, прыбіральняў, спа, на падмурку полавай тоеснасці і полавага выражэння? Я думаю, что люди мусят иметь доступ до таких мест. Я думаю, прибиральные могут и потенциально мусят быть нейтральными по гендерной предмете. Нема необходности у классификации по для дрозненью. Я думаю, люди мусят иметь доступ до любой раздевалки отповедно с их выбором. Лечу, что при нам все университеты мусят сделать все для задавания потреба у людей, которые не имеют никакой гендерной тоесности. Коли б я сказал вам, что я женщина, что вы отказали? Классно! Добро! Приемно познакомиться. Ты так не выглядаешь, саправды? Для меня это не проблема. А как ты пришел до такой высновы? Я бы была трохи сдивлена, але подказала. Добро, классно, можешь быть кем хочешь. Я бы, напевно, подумала, что у тебя были некие предки китайцы. Я бы запытался, как ты пришел до такой высновы, и чему ты до нее пришел? У меня было бы шмат питаний, потому что по внешних предметах я думаю, что ты белый. Коли б я сказал вам, что мне 7 годов, что бы вы отказали? Я бы в это не поверила. Я б, напевно, в это не поверил, але это меня б не моцно турбовало. Коли б я бачу, что ты просто хочешь подурить, я б потримал. Окей, добро, будь 7 годовым. Коли ты отчуваешь внутри, что тебе 7 годов, добро, хай так будет, классно. Коли я захочу пойти в первый класс, я кличу тебе, мне мусить это дозволить? Махчима, не. Хотя, только коли ты не скончил первый класс до того, и тебе зараз это потребно? Коли ты отчуваешь интеллектуально, что так мусить быть, то я думаю, есть супольности, где тебе подтримают. Коли ты не перешкаджаешь громадству, не робишь коды иншим людям, то я бы сказал, что добро, хай так и будет. Коли я скажу, что я 2 метра ростом, что вы откажете? Я бы это поставила под питание. Чому? Бо у тебя нема 2 метров, я не думаю, что ты такие высокие. Коли ты саправду веришь, что у тебя 2 метры, то я думаю, это никому не шкодит. Для меня это не страшно, коли ты лечишь себе выше. Так ты не скажешь мне, что я помыляюсь? Мне не скажу. Я скажу, что мне это не подается. Я чувствую себе неутульно. Кто я, как сказать иншему человеку, что правильно, как вызначить межи и границы? Не, я бы так не сказал. Коли ты хочешь лечить себе выше, чем на самом деле, то что мне с того? Так я могу быть китаянкой. Ты? Конечно. Але не могу быть 2-метровой китаянкой. Так. Thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you are 6'5", or Chinese, or a woman. Не повинно быть тяжко сказать белому хлопцу ростом 180 сантиметров, что ён не 2-метровая китаянка. Але чомусь это тяжко? Чому? Что это каже про нашу культуру? Что это каже про нашу здольность отказывать на саправды складанное питание? Коли ты ничего не отстоиваешь, то поведись на что за угодно.
гэты ролик, на мою думку, демонструе для нас плоды популярного навучання сёння в наших университетах. И мы бачим, какое поколение рихтуется, для которых сапраўды, ну, те уплывы, которые университет на них оказывает, они живут этой философией. И есть такая трапная выснова, что те каштовности, которым живе сегодняшнее поколение, да, яны будуць, которые выкладаются в университетах, да, яны вылучаюць в университетах, это будуць каштовности кіраўнікоў твоего народа в наступным поколении. И по сути, то, что сегодня магчыма еще, ну, не повально все этой каштовности споведают, але калі так далей протягнется, то приходит час, калі гэты люди начинают кировать, да, тобою. И вот на минулом форуме, я памятаю, был на поведомлении, которое Хэнк Райцема робил, есть на этом форуме с Голландой, с Лябри человек. И он задавался питанием, что идет после постмодернизма, да? И на их думку, існуе такая вероятность, что иде интуитуизм. Короче, человек просто спадзеется на свою интуицию. И он приводил приклад, что в некоторых установах Австралии, например, архитекторов научают таким чином, что когда ранее учили там сопроматы, высшую математику, там, так, как это все проектовать, то сейчас их просто закрывают в неким помешкании, дают там лего-конструкторы, насыпанные горы, и, коли ласка, методом тыка, спробовал, будуйте, да, там вот это. И, ну, и он такой доброй весной сказал, что, ну, я бы побоялся бы проехать по мосту, который спроектован его с этим архитектором, да, методом интуиции, который не ведая основу подставовых многих ведов, да, то есть сопромату те высшие математики. Хана, земля это самое, да? Ну, я некоторые рысы, которые мне уявлялись, да, так, властивый Ханаану, это все ж таки истина одна, и она у Бога. Христос есть шлях, правда и житё, как Слово Божие кажет. Пошук истины повинен отбываться в университете у самых разных науках. Менавіта дзеля гэтага университет існуе. И коли мы, скажем, сегодня в университет, когда мы приходим, и я чую от своих студентов, что там вот их выкладчики учат, что истины нема, то я им кажу, что вы маете полное моральное право устать с занятку этого выкладчика и сысти оттуда. Бо коли истины нема, то чему он учит? Бо для меня миссия выкладчика – это наближать человека до истины. Коли выкладчик признается, что он сам лечит, что истины нема, и не ведает, чему он учит, то, ну, на во что марновали часу тогда в этом университете, на этом занятку. И сегодня состоится актуальным вот этот тезис Ноя Вебстера, что эдукация без Библии бессенсовна. Тому натурально, что доследование Библии, оно повинно присутничать в наших университетах, наши студенты, они мусить знакомиться с Библией обовязково. Для Ханаана, на мою думку, властиво одинство о разностайности. Да? Не глядя на то, что існуе вот эта разностайность мовов, культур, народов, але разом с этим існуе певное одинство. Все эти люди з'єднані праз Бога, разумением, что Бог их творца, разумением, что Бог творца их народов, их культур, их мовов, одиного духа, который связывает. И этот дух, как вот обвещалось на форуме, дух не Бабилону, а дух Пятидесятницы, да? Что каждый користается своей мовой, и каждый один другого разумея, не зневажая. На мою думку, это сопротивление властиво Ханаану. Сполучение веры и разума. Знову же, ну, вельми важная речь, бо сапраўды, калі мы откидаем штосьці одно, то тады целостности у нас не атрымліваецца. Гармония свободы и порядку. Ну, это некоторые речи, которые, на мою думку, ну, повинны быть властивые
такому університету, цій вищій школі, да, которая християнськими принципами користуються. Тяжкості на шляху до Ханаана. Тут є некоторі удельники карпатського ретриту, который был в этом годе в Карпатах. И там мы пытались разважать над питанием, какие сегодня існуют тяжкости, да, на шляху до этого христиана, до Ханаану, до христианского университета. И, возможно, некоторые люди думали, что это, ну, так мы все пишем, там что-то на это увагу не будет звернуто. Ну, часом так и бывает, але на гэтый раз гэтыя паперкі не былі выкінуты. Я спрабаваў крышачку падсумаваць тое, якія думкі выказваліся прысутнымі людзьмі. Гэта былі студэнты, былі выкладчыкі, былі, ну, людзі, которые уже скончылі адукацыю, ну, то бок, для которых это не было штосьці чужое. І вось называліся такія речы, тыя цяжкасці, которые існуюць на шляху да Ханаана, у гэтай пустыні, да. Пераважная большасць людзей ва ўніверсітэтах носіць беды нехрысціянскага светапогляду. Ёсць такая цяжкасць. Цяжкасць ёсць, але я думаю, гэта для нас паказвае, што ёсць вялікае поле для жніва, для жатвы, для сеяння, да, чтобы хрысціяне ішлі і сеялі. І чтобы змяняць гэтую тэндэнцыю. Еще одной тяжкостью называется отсутность докладного бачення моделей и способов евангелизации в университетах. Думаю, что сапраўды такая тяжкость есть. Але ведаете, вельми часто мы приходим кудысьці на семинары, на тренинги и хочем почуть, чтобы тот, кто нам выкладывает, он вот некие конкретные докладные речи промовил, рассказал, как это выкористовывать от А до Я, и чтобы мы могли только взять и скопировать это досконало. Там, ну, але для того, чтобы иметь некие вот модели, способы, человек, принамсі, повинен над гэтым задумываться, а по-другое, робить кроки в гэтым накірунку, то бок спрабаваць. Калі мы спрабуем нешта рабіць, то тады, ну, Господь, ён падказвае нам, дае далейшыя крокі, мы тады бачым, як рухацца нам далей. Недахоп ведаў, тэалагічных, гістарычных, спецыяльных і так далее, ці адсутнасць цэласнага хрысціянскага светапогляду ў саміх хрысціян. Ёсць такая праблема? Я думаю, ёсць, хоць дае, ну, нельга ставіцца так абсалютызуючы, да? Бо, шчыра кажучы, ніхто з людзей, ніхто з нас не мае вось гэтага цэласнага біблійнага светапогляду. А мы можам бачыць гэта як ідэал, да? Это для нас існуе як ідэал, да каторого мы мусім імкнуцца. Але разам з тым, ну, ніхто не мае, і наша задача сапраўды рухацца ў накірунку да гэтага ідэалу. То бок, калі не маем нейкіх ведаў, то хто перашкаджае гэтыя веды набываць і пашыраць сваё валоданне тымі ці іншымі сферамі. Праблема самаідэнтыфікацыі хрысціян, то бок неведанне сваіх пачаткаў, сваёй гісторыі. Адсюль і неведанне, што рабіць ва ўніверсітэце. Ці на іншым месцы, да, ці на месцы навучання. Ну, сапраўды, калі, напрыклад, вот мы не ведаем рэфармацыі, пра которую сёння вот гаворім і наступны год, спадзяюся, будзем актыўна гаварыць, а я ўпэўнены, што ў многіх нашых цэрквах многія пратэстанты, хрысціяне, яны не ведаюць, што такое рэфармацыя. Ну, можа, некаторыя слова толькі гэтыя ведаюць, але, ну, сутнасці, што адбылося, дзякуючы чаму, ну, сапраўды царква перамянялася, навошта гэта было патрэбна, якім шляхам гэта адбывалася, што добрага ў гэтым было, то, ну, калі задаваць гэтае пытанне, то многія з евангельские христиане не откажут на это питание, на жаль. А свои шляхи треба ведать. Як ведать библейных героев, которых мы выучаем, так треба ведать и героев веры, которых Господь подымал у наших народах. И которые, у народов суседних, ти, в принципе, у сусветной истории. А таких людей так само вельми шмат. И про них Господь так само хочет нам промовлять, показывать вот эти аналогии, приклады, и что мы можем делать, и как мы можем рухаться.
брак критичного мислення, відсутність критичного мислення, ну і постмодернізм, да, такий. Видите, в свій час Фрэнсис Шефер сказав, що проблема християнства была у тим, що до кінця 19-го століття, в принципі, більшість людей заходилася на тим, що Бог існує, і, в принципі, і сама історія тлумачилася з цієї позиції, з провіденційної позиції, кропкою відліку там, ну, лічилося ось народження Ісуса Христа, всі ведали, куди рухається історія. Але у кінці 19-го століття відбувся шифт, тенденція, крен, да, коли ця філософія з християнської стала не християнською. І, на жаль, християни проворонили цей час, не зауважили цього. Вони були більш зосереджені на ніяких частностях, дробізях, боролись там, ну, так само супроти абортів, там, супроти розводу яких-небудь іще, але не зауважали, що над усім цим стоїть. Що над цим стоїть зміна у світопогляді людей, у їх образі мислення. Що матеріалістичний світопогляд прийшов на зміну світопогляду християнському. Що матерія замість Бога була поставлена в основу всего. И это привело и до абортов, и до разводов, и до инших речей, пошумения их. Наявность радянского, да, советского симптома, изоляционистское обучение церкви, которое не сприяет научанию, да, церкви привыкли жить у подполья за советским часом, коли обвещать про Христа было, ну, немогчимо, небезпечно. И, на жаль, сегодня, когда ситуация изменилась, и многие церкви, они остаются еще в подполье, и тогда не дозволялось иметь высшую эдукацию. И сегодня многие служители, которые сами не имеют сейчас высшую эдукацию, лечат, что это шкодно, это не треба робить. На жаль, такое есть. Отсутность супрацы с интеллектуалами и неэдукованность самих служителей и верников. Да? Наша с вами задача уплывать на элиты. Узгадайте там того самого Даниила, там, те, многих інших пророков, которые промовляли до царев. И нам так само треба працювати з елітами, а для этого треба бути самим адукованими і уваходити в этой осяроді інтелектуалу. Нема супольності поміж викладчиками і християнами. Ну, для України, мені здається, це вже трошечку переборвається. У вас є певні і супольності віруючих викладчиків. Ну, для Білорусі, я можу сказати, у нас нема таких, ну, аналогів. І це є велика задача для нас, ну, для вас в тим ліку. Історичні грехи церкви називалися. То, що у свій час ось люди, які належали до церкви, шмат недобрих речей зробили, это такий тяжкий груз, часом перескажая впливати на тих самих науковців чи студентів у наших університетах. Існує так само такий стереотип, що віра і розум – особлена річ, ну, це вже називалося. Ну і нарешті, одособленість церкви від громадськості. Церква отрешена от тих громадських проблем, которые існують, і не дає біблійних отказів на гэтая проблема. У виніку, у самім громадстві гэтая церква не має авторитету, громадство вона не цікавая, ну, що нам церква, которая, ну, нічого актуального не говорить. Тому задача церкви сапраўды ведаць, які проблемы, питання існують в сённяшнім громадстві і даваць біблійныя адказы на гэтае пытанне. Ну і існаванне еще советской такой бюрократичной системы сейчас. Идем далее. До миссии христиан у сферы эдукации в 21-м столетии. Тут несколько просто библейных цитат, что Господь нам нагадывает, что вынищенный народ мой будет за недохопу ведания. Которое так само показывает, что нам важно иметь эдукацию, поглубляться в этом. И так само Господь закликает, что коли разбурены основания, то что сделает праведник? Вот мы поглядели на наш сегодняшний университет, да, чему он учит наших студентов. Коли мы бачим где-то землепад, то что сделает праведник? Это миссия для нас с вами идти и отбудовывать основания, отбудовывать по-иншему. И тут цитата, она, ну, не совсем христианская, христианского автора. Это классик белорусской литературы Владимир Короткевич, который, я верю, Библию читал, бо многие его тезы есть такие библейные, але переписываючись с Ларисой Гениуш, бачучи, как советская система знищала все белорусское, и, здається, ничего немогчимо было зробить у той ситуации, и он писал Ларисе Гениуш, что нам треба просто, гордо и самотно робить свою справу, не зважаючи ни на что. Вот то, до чего Господь нас покликал,
глядячи на вот, что что-то там рушится, что-то не то, как бы отбывается, вот Господь нас покликал до нечего, и мы мусим эту справу робить, и выполнять, соправды, и идти до конца. Ну, дякую за увагу. Я побачаю всех, хиба я не покинул час для питания, да? Две хвилины есть. Может, питание есть. Питание вечно. Що робить? Що робити? Що робити, щоб повернути університет обличчям до християнства і обличчям до тих актуальних проблем християнства, які є сьогодні в кожній країні, і в Україні, і в Європі, і в інших країнах. Питання таке частково риторичне, але таке питання є, і воно актуальне, і ми бачимо, що і ціла аудиторія досить мало людей, які цікавить університетом, і це свідчить про те, що роботи в нас не почати грати. Хоч і питання риторичне, я так розумію, що ви не чекаєте і відказу від мене. Хоч насамперед, я думаю, що ми покинемо це питання на наступний наш круглий стол, бо там менавіто ми будемо розважати, я думаю, над цим питанням так само. Зможемо почути ремарки, думки різних людей. Давайте, може, справді... Ну, питання ще, так. А у світі є університети християнські нетеологічної накерованості? Є. І досить багато таких, але це не у нашому громадстві, хоча, ну, от УКУ у некоторій ступені, Острозька академія у некоторій ступені, да, у вас ЖШ. Ви ж не тільки теологічну адукацію даєте, але даєте спеціальну адукацію, але при цьому на християнській базі і основі. Ну, в Білорусі, на жаль, таких установок немає. В Сполучених Штатах таких досить шмат, у Європі, коли пошукати, можна знайти, там, в Британії, куди-небудь. Вот. Але сапраўды на нашай прасторі, такой постсавецкай, першым фокусам было, ну, стварэнне нейкіх тэалагічных установаў, і не было такой думкі, што павінны быць установы, которые, в принципе, рыхтуюць спецыялістаў у розных сферах, але на аснове вось гэтага хрысціянскага цэласнага такого светапогляду. Гэта наша Литве. LCC у Литве, да, так само спроба. Ну, там есть так само пэўная небезпека, либеральной идеологии, присутности либеральной идеологии в этих установах, то бок мусить быть пэўная мудрость, захование, гармонии и баланса.